Подводя итоги прошлого года, Совет ветеранов Сергиевского района отметил и коллективные, и личные награды. Среди таких был и почетный знак губернатора Самарской области за заслуги в развитии ветеранского движения, которым награждена председатель Совета ветеранов Людмила Васильевна Кубитанова. В этом статусе она с 2014 года. При ее непосредственном участии ведется сбор материалов о самых достойных людях района, создаются ветеранские комнаты, реализуется проект «Народный контроль» и многое другое. Застав героиню, как всегда, на рабочем месте, мы записали с ней блиц-интервью. Что самое главное в ветеранском движении сегодня? Это наша забота о пенсионерах, о людях, которые оторвались от трудовой деятельности и перешли на спокойный ритм жизни. В чем самая насущная потребность лиц старшего возраста сегодня в селе? Компьютеры, телефоны. Но люди старшего поколения, очень тяжело вот с этим работать. Не все, конечно, есть очень продвинутые. Самая главная дата в году для Совета ветеранов района. Это наши юбилейные даты образования Совета ветеранов. Это наши юбиляры председатели. Что эффективнее всего в воспитательной патриотической работе? Уроки мужества с приглашением участников войны. Самое большое достижение Совета ветеранов за последние 5 лет. Мы занимаем призовые места в областных смотрах-конкурсах. Чем отличается сельский совет ветеранов от городского? У нас, конечно, меньше таких возможностей, чем у них. С кого из известных людей берете пример в сложных ситуациях? Когда я начинала свою комсомольскую работу, первым секретарем райкома партии был Евгений Петрович Панков. А есть такое, о чем вы пожалели? Есть. Мы когда-то ездили на съезд в Москву. Это люди, с кем пришлось общаться, это люди с огромнейшим жизненным опытом. Поэтому я некоторые моменты там уже несколько по-другому решила. Каким будет совет ветеранов района лет через 5? Людей собирать надо. Общение, живое человеческое общение не заменит никакой телефонный разговор. Ваш секрет – энергии и женского обаяния. Мы привыкли к большей организованности. И самое главное, наверное, трудолюбие, которое воспитали мои родители. Ну, я не знаю, мне самой нравится, я до сих пор люблю немножко последить за собой. Хочется иногда пофорсить в чем-то, несмотря на возраст. Именно в таком деловом ритме в 2022 году продолжается напряженный рабочий график Людмилы Васильевны Кубитановой, как всегда, увлеченной новыми проектами на благо ветеранского движения Сергиевского района.